Макс Фрай. Море. Первая волна сбивает тебя с ног, и ты катишься, 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 но не захлебываешься, даже если стараешься захлебнуться. Вторая волна подстерегает тебя, когда ты пытаешься подняться на четвереньки, и во рту становится солоно, но ты еще жив, даже если готов умереть. Третья волна накрывает тебя с головой, ты думаешь, это и есть конец. Потому что на самом деле конец. А четвертая волна уносит тебя в открытое море, и ты вспоминаешь, что всегда был рыбой.